Молодежный парламент города Чебоксары отчитался за проделанную работу в 2013 году и озвучил планы на 2014. Весь прошлый год молодые парламентарии активно участвовали в социально значимых мероприятиях как городского, так и республиканского масштаба. Сегодня молодые лидеры собрались вместе в четвертый раз. Напомню, консультативный орган при горсобрании появился в сентябре 2012 года. Молодежный парламент является совещательным и консультативным органом при Чебоксарском городском собрании депутатов. В его состав входят представители молодых чебоксарцев. 33 самых активных молодых жителя столицы Чувашии на протяжении всего года участвовали в социально-экономической, политической и культурной жизни города. На данный момент мы выносим инициативы молодежного парламента, которые будут рассматриваться уже в Чебоксарском городском собрании депутатов. Я надеюсь, вот две инициативы у нас уже как бы одобрены. Это по велопарковкам и участие в постоянных комиссиях уже собрания депутатов. И на сегодняшнем заседании у нас будет еще озвучены две инициативы по туризму и по ЖКХ. Кроме этого, молодые парламентарии предлагают внести изменения в отдельные законодательные акты. К примеру, в 354-е постановление правительства России от 6 мая 2011 года. Предварительно мы его согласовывали с Аленой Игоревной Аршиновой в Госдуме Российской Федерации. Кто был, тот помнит, что мы этот вопрос очень активно обсуждали. Суть проекта состоит в том, что в настоящее время отопление в многоквартирных домах начисляется по площади, а проектируется, исходя из объема помещения. Соответственно, этим рождается небольшая несправедливость в отношении собственников, которые занимают помещение меньшего объема. Вот, соответственно, мы предлагаем внести поправки в 354-е постановление и ряд других постановлений правительства Российской Федерации. Мы предлагаем наши предложения отправить в Чебоксарское городское собрание депутатов для дальнейшего движения уже в Госсовет Республики. Идей у молодых людей немало. Молодежный парламент только начинает набирать обороты. Но подведя итоги 2013 года и проанализировав проделанную работу, лидеры с уверенностью говорят, что смогут защитить интересы чебоксарской молодежи. В 2013 году начала свою работу рабочая группа по вопросам экологии на базе постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства. Я считаю, что совместно с отделом молодежного развития и администрацией города Чебоксары нами была проделана огромная работа и подготовлена достойная нормативная база для развития молодежного парламентаризма в городе Чебоксары. Галина Титарчук, Оксана Александрова, Сергей Рябчиков, Республика.